Юмов, последняя минута первого периода, начинает свой стремительный бег. Шалунов, гол! 2-0! 24-я шайба Шалунова в этом регулярном чемпионате. Ну и Березкин. Классная передача. Классная передача Березкин. Там, конечно, у Шалунова бросок, все в порядке, молодец. Но Березкин очень быстро сориентировался, главное, точно в крюк положил. Да, удобная передача от лицевого борта. Максим, забивай, не хочу. Каюмов еще один будет ассистент. Березкин прям молодец. Вот тут, вот, чтобы отдать такую передачу, надо смотреть еще до того, как шайба попала к тебе, как расположены партнеры. То есть вот если бы Березкин сейчас принял, вот он спиной, да, повернулся, посмотрел, то тут бы уже все, поезд ушел бы. Но Березкин заранее видел.